Мой антропоид в воскресенье. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину! Ура! Ура! Сегодня праздник под названием, многие почему-то его не знают, называется он Антипасха или Поминай неделя. Анти – это напротив, у нас был концерт прямо рая, то есть это напротив пасхального дня. А еще это Поминай неделя, вот, но мы сегодня будем всячески радоваться. Сейчас вот следующий эксперимент. Вот, это под управлением Дарьи Марухи, может, прозвучит фольклорный вариант. Значит, это не фольклорный вариант тропаря, это волочебная песня. Раньше, во время Пасхи, волочебники ходили по деревне, как калиновщики в Рождество. Так, во время Пасхи были волочебники, ходили по домам, выпрашивали деньги и еду. И вот, собственно, песня о том, что вот такие волочебники идут, да? Пасхальная песня Волочёбная, люди добрые, волочёбная, люди добрые, Христос и воскресе не Божий, Христос и воскресе не Божий, волочились, помочились. Разбегаемся в разные стороны.